что, ребята, наконец-то вся эта ситуация с пандемией идет на спад. И у нас сегодня прошла отличная первая гонка этого сезона. Мы гоняли в прекрасном месте Дракино, где есть озеро, офигенная трасса, офигенный лес. Вот. Я думаю, как вы уже видели, на китайце можно ехать по такому песку, по всей этой пыли, и далеко не последним. В китайском зачете я сегодня получился первый, а в общем зачете у нас был класс Китай и любители. И в общем зачете по этому классу я получился, наверное, второй. Вот. Так что Китай едет, и это уже не шутка, то есть мы сами все видели. Ждем дальше гонок. Сегодня было супер круто, наконец-то весь этот адреналин нас пропитал. Так, друзья, мы снова в нашем любимом Дракино на песочке, но на этот раз трассу совершенно поменяли, потому что открыли пляжный сезон, и сейчас, где раньше была трасса и отлично просматривалась из холма, ее просто там нет. Вся трасса находится в лесу, там довольно узко, ну, местами, конечно, классно и широко, но повороты все в одну дорогу. Будет тяжеловато обогнать, но на тренировке удалось найти пару дорог, поэтому сейчас немного регулируем мотоцикл. И в бой.